Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Ученые назвали Крым родиной тюльпанов. Они выяснили, что родоначальник всех современных видов тюльпанов – это тюльпан Шренка, произрастающий в крымских степях. Сегодня, к сожалению, их осталось очень мало. Растение занесено в Красную книгу России. Как раз в эти дни пришло время для его цветения. В полной мере насладиться цветами можно в Никитском ботаническом саду. На этой неделе там прошло ежегодное торжественное открытие парада тюльпанов. На трех террасах расположились более 50 тысяч цветов, среди них сорта и гибриды, созданные научными сотрудниками сада. И далее предлагаю узнать подробнее о синоптической ситуации на полуострове. На западном берегу ясный день и пасмурная ночь. Дождя не будет. В Черноморском температура воздуха днем плюс 15, ночью плюс 10. В Евпатории и Исаках преимущественно ясно, без осадков. Днем плюс 13, ночью 10 градусов тепла. В Севастополе ясный день, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит 16 градусов тепла, ночью плюс 10. В Бахчисарае малооблачно и небольшой дождь. 20 градусов тепла днем, плюс 10 ночью. На южном берегу синоптики прогнозируют ясный день, без осадков. Температурные показатели в Ялте и Алуште днем плюс 16, ночью плюс 13. В Феодосии и Судаке малооблачно, без осадков. Днем плюс 14, ночью 12 градусов тепла. Облачно в Керчи, дождь будет идти только ночью. Днем плюс 14, ночью 11 градусов тепла. В северной части Крыма облачно с прояснениями, туман и, возможен, небольшой дождь. В Джанкое и Красноперекопске днем плюс 22, ночью плюс 11. В Армянске, несмотря на ночной дождь и грозы, день выдастся ясным и безоблачным. Днем плюс 20, ночью 11 градусов тепла. В центральной части Крыма и столице переменная облачность, вероятны осадки в виде дождя. Днем 20 градусов тепла, ночью плюс 10. Такой погода будет на полуострове 14 апреля. Пусть ваша душа полнится любовью, а сердце верит в чудеса. Безоблачного настроения и оставайтесь нашим телеканалом.